Указом президента Татарстана министром культуры сегодня назначена Ирада Аюпова. До этого дня она занимала должность председателя Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу. В Казани сегодня простились с бывшим помощником президента республики Тимуром Акуловым. Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил слова соболезнования и поддержки близким и отметил, что Тимур Юрьевич, по сути, основатель всей структуры внешних связей республики. В Казани определили пляжи и места летнего отдыха. Это пляж «Локомотив», Нижнее Заречье, Комсомольский, озеро Глубокое, Изумрудное, Лебяжье, а также берег озера в Парке Победы.